Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот такой страшный сюжет мы вместе посмотрели, да, вот прошел уже год со дня этой трагедии. Скажите, вспоминали ли сегодня жертвы российского удара в Мариуполе? Принесли ли люди цветы к тому, что осталось, да, от этого драмтеатра? И как вспоминали погибших в других украинских городах? В самом Мариуполе не вспоминали. Сами мариупольцы, безусловно, помнят, сами мариупольцы вспоминают, однако цветов не было. И днями мы разговаривали и с нашими мариупольцами, которые находятся в середине города и в оккупации на сегодняшний день. И, в общем-то, мы не советовали этого делать. Память, она внутри нас. А каждый цветок, который будет принесен драматическому театру сегодня, к сожалению, будет истолкован, снят, истолкован пропагандой совершенно в другом ключе. Поэтому память и вшанование всех погибших будет сегодня на территории свободной Украины, будет во всех городах присутствия, я Мариуполь. Потому что действительно это очень тяжелая и трагедия, и это, наверное, самое большое воинское преступление за все время блокады Мариуполя и битвы за Мариуполь. Поэтому, конечно, мы помним, и, конечно, мы будем вспоминать всех погибших и эту страшную трагедию. С самого утра все мариупольцы вспоминают, много материалов новых присылают. Но эта память навсегда останется с нами, безусловно, потому что до сих пор, даже спустя год, сложно осознать и найти хоть какое-то оправдание тому, что произошло. Потому что никакого оправдания тут и в принципе не может быть. Вот спустя год, да, удалось ли понять, сколько людей погибло? Ведь тогда казалось, ну вот и ребята в сюжете говорили, им казалось, что театр такая неприступная крепость, что там есть и подвалы надежные, большие. Туда, ну, буквально со всего города люди стекались, бежали, чтобы укрыться. К сожалению, мы уже, наверное, никогда не установим точное количество погибших, потому что все трупы эксгумированы из-под руин драматического театра еще в мае-июне прошлого года россиянами. Эксгумированы тайно, секретно. Мы предполагаем, где они могут быть захоронены на сегодняшний день, в какой из братских могил, но точных данных, к сожалению, у нас нет. Надеюсь, что после деоккупации и после победы мы эти данные все-таки от россиян получим, потому что, ну, это важно знать, кто погиб, сколько людей погибло. Да. По нашим подсчетам, там было погибших не менее 300 человек, потом Associated Press озвучивала 600. Тут может быть любая цифра, на самом деле, 300 и 600, точных данных нет. Единственное, что знаем, что действительно отчасти повезло, что за вечер до этой трагедии, рано с утра, перед бомбардировкой, достаточно большое количество отправилось в эвакуацию в направлении Мануш, Бердянск, Запорожье тогда. И количество людей обычно где-то в пределах 1500 уменьшилось до примерно 800 человек. И это, конечно, счастье, потому что количество погибших было в разы больше. Надо понимать, да, удар этих бомб пришелся по центральной и задней части драматического театра. Буквально там, за 15-20 минут до этого как раз в эту часть драматического театра волонтеры привезли горячее питание и воду. Поэтому абсолютное большинство людей и перешло в очередь за гуманитарной помощью именно в эту часть театра. Поэтому и в том числе такое огромное количество жертв. Люди вышли из убежища, в том числе и пошли. Ну и кроме того, сам драматический театр, знаете, это такая печальная, окончательная точка в серии преступлений, потому что это не просто само по себе. Началось все с бомбардировки родильного дома в Мариуполе. Всех рожениц тогда перевезли в больницу. Практически в день бомбардировки родильного дома они все родили. А потом из-за того, что россияне шли как раз с той стороны и уже, в принципе, велись городские бои, поэтому их перевезли в драматический театр, разместили их в ремерках. Ремерки находятся там на третьем-четвертом этаже драматического театра под самой крышей, как раз в той части, куда попала бомба. Поэтому
огромное количество деток, которые родились в Мариуполе и пережили бомбардировку драматического, пережили бомбардировку родильного дома, к сожалению, погибли в драматическом театре. Поэтому это одна такая цепь преступлений шаг за шагом. Вот как вы считаете, да, вот удар по роддому, вот эта цепь, затем удар по драмтеатру, это был заранее подготовленный план, да, вот по уничтожению, превращению города в руины и вот удары по самым таким критическим объектам? Ну, в тот момент это абсолютно сознательное действие. Сознательное То есть действие... они спланировали это специально? Да, да. Это действие, направленное на запугивание мариупольцев, на то, чтобы посеять панику, на то, чтобы посеять хаос. Собственно, все, что произошло с Мариуполем, и такая степень разрушения, это абсолютно сознательные действия. Я скажу, наши мариупольцы, когда выезжали, и не только мариупольцы, когда и мэр с колонной были в Бердянске, в оккупированном, в надежде прорваться в Мариуполь, понятно, что залегендировано где-то, то провоцировали россиян на разговоры, зачем вы это делаете. Они не скрывались, говорили, для того, чтобы вы боялись. То есть Мариуполь стал такой точкой запугивания всей Украины, всего мира, демонстрации того, что мы можем, да, с точки зрения России. Поэтому говорить о каких-то случайностях, ну, не приходится. Кроме того, даже сейчас, спустя год, россияне пытаются продвинуть свою версию о том, что драмтеатр был взорван изнутри, что погибло всего 4 человека. На сегодняшний день ни в одном российском СМИ, ни в одном российском паблике, в том числе, которые ведутся в Мариуполе, нет упоминания о трагедии, которая случилась ровно год назад. Такое замалчивание абсолютное, да, это тоже часть доказательств того, что это было вполне осознанное преступление. Я думаю, что они просто не ожидали, что оно вызовет вот такой резонанс во всем мире. И немножко просчитались. Но, к сожалению, цена такого просчета, она заключается в огромном количестве жертв. Хотели еще о военной активности в городе и вокруг него поговорить. Да, что происходит сегодня в Мариуполе? Едет ли по-прежнему техника через город? И хотели вот уточнить информацию о новых опознавательных знаках на технике оккупантов. Была информация, что она там появилась? Можете рассказать? Круг определенно написанный. Техника эта следовала через Мариуполь как раз в другое направление, то есть направление Новоазовский на север Донецкой области. Движение вокруг и через Мариуполь, и по Мариупольскому району сохраняется сегодня особенно активно, не через сам город, но через Мариупольский район наблюдаем действительно повышенную активность. Но кроме того, у нас сегодня не без хороших новостей. На самом деле, да, как бы расплата, в том числе за драмтеатр, она сегодня пришла. Пришла в склад с боеприпасами в село Малая Несоль, это Мариупольский район. Долго они этот склад собирали. А теперь этот склад замечательно горит, так что его видно аж из Волновахи. Поэтому не без хороших новостей. Мариупольская Бавовна сегодня посетила Мариупольский район. Ну, пусть так им и будет за драмтеатр. А в остальном активность нарастает. Поступают сведения о том, что ближайшими днями все-таки практически весь воинский контингент, который перебывает на территории Мариуполя, Мариупольского района, будет перекинут на линию фронта. Будем наблюдать, отслеживать. Поэтому глаза наши на месте, уши на месте, а наши ЗСУ гораздо ближе, чем думают оккупанты. А вот вы ранее говорили, что оккупанты используют и морской порт в своих целях, и в частности для техники, оружия. Можете рассказать, какая вот там сейчас ситуация? Ну, после того, как туда прилетела кара небесная, порт немножко замер. Думаю, что сегодняшняя Малая Несоль тоже их немножко охладит пыл. Потому что снова они планировали вот на днях заход судна, которое должно было завести в том числе какие-то грузы военного назначения. Всегда это сложно понимать, что завозят, потому что в порту, когда заходит груз двойного, скажем так, назначения либо военного, оттуда удаляют всех мариупольских докеров. Там остаются его обслуживать только россияне, для того, чтобы лишние глаза не видели, что и куда прячется. Поэтому пока порт стоит, в военных целях пока снова он не задействован. Ну, будем надеяться, что так и будет.
Вот в последние несколько дней огромное количество сообщений из российских городов о раздаче повесток. И при этом, да, Песков бьет себя в грудь, рассказывает, что мобилизация завершена, ничего этого нет, но все пишут, что есть. Да? Скажите, а вот что в Мариуполе сейчас с мобилизацией? Много ли там мужчин, которых оккупанты могут забрать и отправить на убой? И что им делать? Да? Там прячутся они или как-то пытаются уезжать? Абсолютно аналогия Мариуполя из того, что за вчера мы увидели, услышали от всяких российских официальных лиц. Все то же в Мариуполе, в принципе, происходит. Возобновление воинского учета. Единственное, что нет повесток пока. Тоже по понятным причинам. Но, тем не менее, до 1 апреля будут запущены и возобновлен полностью воинский учет. Уже сформированы воинские комиссии, включая медицинские комиссии. Уже есть рассылки даже студентам, смс-рассылки, что они обязаны стать на воинский учет. Поэтому у нас нет никакого сомнения, что апрель мы увидим уже мобилизация, которая будет шагать по Мариуполю в полном объеме. Если говорить о мобилизационном ресурсе, потому что эта ситуация связана не только с Мариуполем, это вообще южная часть оккупированной Донецкой области, это Волноваский район, Новоазовский, Тельмановский район, и там происходят те же самые, в общем-то, события. Если все сложить вместе, то, в принципе, вполне возможно мобилизовать в городе Мариуполе и в названных районах там до 20-25 тысяч человек. Это достаточно много, если учесть, что прошлая волна мобилизации российская официальная, скажем, да, была озвучена в 300 тысяч, то это почти 10% от той волны. Это достаточное количество. Поэтому, да, с другой стороны, мы видим, слава богу, наши люди прислушались. И выезжают, и мы их встречаем уже здесь, и в Украине. Часть из них остается в странах ЕС пока, но значительная часть возвращается непосредственно на свободную часть Украины. И это хорошая новость, потому что это такая положительная тенденция, за которую мы давно бились. И вот видим сейчас ее результаты. Вот вы неоднократно писали в своем телеграм-канале о том, что оккупанты продолжают уничтожать, сносить дома мариупольцев и часто... прямо с телами погибших украинцев, чтобы скрыть свои военные преступления. Вот это речь идет о десятках или о сотнях домов, которые сравняли с землей. Сколько их? Порядка 400 домов уже снесли на сегодняшний день. То есть не десятках, а да, порядок цифр переходит на сотни. 24/7 не останавливается этот процесс. Немножко он замедлился, потому что не хватает финансирования. Часть фирм поехала. Фактически в сносе участвует одна фирма. Мы подозреваем, что она приближена либо к московским властям, либо непосредственно кому-то в Кремле. Вот она работает. Данные тоже мы опубликовали. Абсолютно уверены, что они должны нести такую же ответственность, как и военные преступники, потому что помогают скрыть следы преступлений. Но, тем не менее, просто пропадают у нас фактически уже даже не микрорайоны, а пропадают местами по пол района административного и образуются просто черные пустыни. Так, половину, большую часть, я бы сказал, территориально левобережного района уже нет. Значительной части Приморского района нет. Сейчас просто опустошается центральный район. Единственное, где не так активно сносят, это Кальмюнский район, но это связано с тем, что основная часть пострадавшая там, это частный сектор. Частный сектор, они пока до него пока не добрались. Но думаю, что всему свое время, вопрос скорости деоккупации, поэтому в перспективе там 3-4 месяцев, скажем так, да, у нас не будет, по крайней мере, в планах россиян снести порядка 960 многоэтажек. Это фактически половина просто всего многоквартирного фонда, который был в городе Мариуполе до войны. Так 45% где-то. Поэтому ситуация, да, просто город стал совершенно другим. Ну вот любимая история пропагандистов – это вот создать картинку такой идеальной жизни в Мариуполе. Для этого привлекают и блогеров, и даже детей там, они для ТикТока что-то снимают. Но вот давно не было такого, чтобы в Мариуполь приезжала какая-то важная птица, да, или какой-то чиновник, или пропагандист типа Соловьева. А как вы полагаете, почему город стал им неинтересен или вот сильно опасен?
Думаю, что пока стал неинтересен. Снижение финансирования и ряд проблем в городе, очень легко нарваться на резкие высказывания людей. Ну что такое в городе Мариуполь, не выплачивается зарплата третий месяц и обещают ее в лучшем случае конец марта, начало апреля. Настроение людей понятное. Тут уже как бы пропагандистские ролики сильно не поснимаешь. Поэтому, в принципе, всякие топ-мрази приезжают. Шойгу вот был недавно, опять же, губернатор Ленинградской области был недавно, буквально там пару недель, в течение последних двух недель. Они приезжают, просто перестали вот эти вот публичные выходы вместе с пропагандой в люди. Да, вот они пропали абсолютно. Хвастовство тоже по большому счету пропало, потому что даже у мариупольцев начинают возникать вопросы, собственно, кому это надо. Там последнее недавно Министерство обороны анонсировало, что оно в этом году отстроит школу на 1000 детей. А в городе Мариуполе всего 11 тысяч детей ходят в школу. И как бы где еще дополнительную 1000 детей взять для этой школы, вообще абсолютно непонятно. То есть еще одно мертвое закрытое здание строят. Все это уже, в принципе, понимают и видят. Поэтому ограничиваются они от таких ярких анонсов. Ну и плюс снова, да, то есть падает финансирование в оккупированных территориях, с одной стороны. С другой стороны, на самой России жизнь тоже не улучшается, и вопросы, с какой такой радостью Мариуполю такое счастье, оно непонятно. Дончане задают тот же самый вопрос. Поэтому с повестки дня всероссийской Мариуполь плавно отходит. И, собственно, вне всякого сомнения, что рано или поздно пропадет вообще абсолютно. Когда пропадет абсолютно, в принципе, все эти стройки, видновления, ремонты, оно просто остановится и останется в том состоянии, в котором оно есть. Ну вот, хотели еще спросить о тех, кто в город приехал и пока там задержался, о гастарбайтерах. Да, вот известно, что Россия набирает работников из Центральной Азии для сбора трупов российских солдат, для рытья окопов и для строительных работ. Вы ранее говорили, да, что сейчас вот эти люди заехали в город. Как их много, да, и может что-то известно о их планах? Они там только чтобы подработать или как-то уже какое-то жилье даже себе пытаются присматривать? Ну, жилье и пытаются присматривать, и уверены, что будут сами себе строить. Сколько их? Порядка 40 тысяч. Если так взять визуально, 90 тысяч мариупольцев всех, включая детей и стариков, и 40 тысяч вот этих гражданских оккупантов. Но это очень много. И этнический состав такой, что по городу Мариуполя уже идут объявления, сдам квартиру только славянам. Поэтому не хочу углубляться там, в этнические российские разговоры, которые гуляют внутри города. Но действительно, вот расизм пришел вместе с Россией в город Мариуполь. Раньше никогда такого не было, ни принятия по этническому признаку. Хоть кого, да? Вот теперь есть, потому что их там много, потому что они ведут себя как абсолютно хозяева жизни, вытворяют, что хотят, абсолютная безнаказанность, и это абсолютно не нравится коренным мариупольцам, украинцам, собственно, поэтому, к сожалению, имеем такую ситуацию. И их, да, их количество прирастает, никуда они не собираются, уезжать они не собираются, платят им хорошо, и они уверены, что они строят дома и будут жить здесь, в Мариуполе, где гораздо лучше климат и условия, нежели, не знаю, из тех юрт, откуда их попривозили, в общем-то. Ну да, вот они зарабатывают $120 на сборе трупов оккупантов в день, да, а вот мариупольцы вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить какую-то гуманитарку. Хотели вас еще спросить, что сейчас с ценами на продукты? Есть ли они? Достаточно ли их? Продукты есть, цены растут каждый день практически, абсолютно не контролирован, так называемый ДНР уже пыталась, как только не пытается их контролировать, бесполезно, но рынок и экономика вещи упрямые, и полицейская дубинка, и их не загонишь, да, в рамки, и все разумные люди это понимают, ну, кроме тех, кто управляет временно оккупированной частью Донецкой области, поэтому цены растут, продукты есть, другая проблема, да, в городе дефицит денег, и их не хватает. Допустим, даже тех же 10 тысяч там, рублей, которые получают пенсионеры, не хватает даже на среднее выживание на сегодняшний день, при том, что они фактически ни за что не платят, кроме продуктов, обеспечения себя едой и еще имеют гуманитарную помощь. Поэтому жизнь очень тяжелая, цены на бензин и на ГСМ выросли в полтора раза.
на продукты в полтора раза, это вот за последнее время. Собственно, курс валют, валюта почти в два раза выросла. Соотношение по обмену, черному обмену, потому что официального нет, рублей на гривну. Если было летом практически один к одному официальное и один к 1,2 у меня, скажем, да, не на черном рынке, то сейчас на черном рынке один к 1,7. Это показывает о том, что деньги обесцениваются, рубли обесцениваются, а гривна все-таки до сих пор в почете, как ни пытаются нее запретить. Все это показывает о том, что ну нет там экономики, и быть не может. Чистое мародерство во всех видах, потому что даже эти торговцы, они либо под так называемой крышей, да, у оккупантов, в общем-то, в итоге все. Поэтому маржа минимальная начинается с 30% и выше. С такой маржой не может быть нормальных цен. Это не экономика, это просто вот, ну, чистое мародерство, скажем прямо. На нем наживаются, опять же, оккупанты через взятки, через рэкет, через что угодно. Поэтому за что ни возьмись, все плохо и становится хуже. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. Спасибо, что включаетесь в наш эфир. Я напомню, Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, был с нами на связи.